Так, давайте проверим сначала света. Раз-раз, рама-рама. Алло-алло. Пожинать плоды его успешной работы. Сейчас паузу с клеечку сделаем, рука зачесалась. Секс — это не подарок. И если вы планируете окончить 14... подставку для мышки, вот там с его лицом или со своим лицом, в общем, девушки... Еще, наверное, вот в таком хит-параде бесполезных подарков это галстук, если мужчина не носит галстук. Его можно так по-разному использовать. Можно, вот если вы это не для видео. Если вы его подарите и будете интересно использовать, это мы оставим видео. Про галстук не надо. Да, прям. Это вляпы. Даже если вы 15 лет в браке. А вот теперь... Это тихо. А, это мне напоминает, что съемка с Сашей. А зачем он мне столько напоминаний прислал? Да елки-палки, он мне опять напоминает, что съемка с Сашей. А почему у меня так все время? Это какой-то глюк? Саша, 17 напоминаний, что у меня с тобой съемка. Сегодня мы будем говорить на тему, как правильно построить отношения. Не то, не на эту тему мы будем говорить. Первое свидание – это всегда волнительно. Особенно, если ваш собеседник... Нет, не собеседник, какой же он собеседник. В ресторане с вашим избранником, с вашим. Например, в каждом городе. Ой, боже мой, не чихнула. Всем мужчинам нужен только секс. Паузу сделаю. Господи, хоть бы я уже чихнула. О май гад, you look amazing. Your dress. При чем здесь дресс вообще? Или не подавай корпус вперед и в бок. Очень странно. Ты видишь, как Пизанская башня. But you may say, you look good. Класс, что я морожу. You look good. Что за херня? Все сначала, да? Это я уже импровизирую, непонятно что. А, вот это, да? Ну, сейчас будет. Робот. Мы можем. Можем. Вовлечен своим слушанием в нашу беседу. Нормально все? Да, а то я сбилась. Не, просто одна прядь там. Что там? Чуть-чуть выбивается. Ну пусть торчит. Ты подумаешь, там что-то там, что-то там у меня там торчит в голове. Может, извилинка одна. У каждого из нас есть какая-то своя боль. Но что? Не, ничего. Не. Что там по времени? Hello, everyone. Everyone. Don't ask you. Что за бред? With confirmation. Thank you for watching us. Хотела опять говорить, my name is Anastasia. Раз, раз, рама, рама. Ну да, я тоже там. Do you want to add something? No. Это не надо оставлять. Шуршание. И запуталась я тут. Хорошо, вообще хвост кучерявый. Но тебе надо чаще трясти головой, когда хвост, чтобы оно было видно, что волосы там есть. Еще раз. Джентльмен, не мен. Я же про этикет говорю. Джентльмен. A man, gentleman. Give her a hand. At the restaurant, shop, any public place. You... Почему здесь остановилась? Тут ничего нет такого. Все. Молодец.